Строительство, архитектура, машиностроение, автосервис, электронные информационные технологии, экономика, маркетинг, природоохранная деятельность, теплогазоснабжение, имеющие особую популярность в этом году логистика и многие другие специальности, которым обучаются студенты Брестского государственного технического университета. Специалистов всех отраслей готовят именно здесь, быть может не впереди планеты всей, но как минимум на лидирующих позициях в стране именно студенты Брестского государственного технического университета. Познакомиться с учебным заведением и его коллективом одна из целей руководителя региона Юрия Шулейко. Он ознакомился с материально-технической базой университета, а также с научными разработками и достижениями студентов и профессорско-преподавательского состава университета. В ходе беседы были затронуты совершенно разные темы – логистика, строительство, методики производства новых материалов. Поднимались также и острые вопросы. Один из них – реконструкция Центра молодежного творчества. Вы сделаете что-нибудь с пионерским нашим домом пионеров? Вам поручение, да, вы доведите в эту входную группу, да, чтобы она не текла, да. ЦНТ наш, да, потому что вот, ну, вроде бы и неплохое заведение, вроде бы красиво посаженное, да, я по-строительски неправильно сказал, как бы, наверное, да, но вот туда оно течет, да, эта палуба течет, да, через палубу течет, лестница там коряво, вот позанимайтесь, да. Коряво, все да. Коряво, объективно скажу, да, это не для Брестской области, когда рядом стоит, ну, технический университет с самым сильным, назовем, строительным проектированием, позанимайтесь так, на факультативном, так сказать, уровне, предложите какие-то моменты. Может, мы с молодежной бригадой сделаем вот этот фасад именно подтянем. Благодаря профессионализму преподавателей в университете обеспечивается высокий уровень подготовки специалистов. Ведется активная работа в рамках международного сотрудничества, а научные разработки известны и используются не только в Беларуси, но и далеко за пределами страны. Юрий Шулейко посетил также отраслевые учебно-научные практические лаборатории университета, одной из которых является лаборатория робототехники. Знакомство председателя Брестского области полкома завершилась объемной информативной беседой со студенческим активом и профессорско-преподавательским составом. Поднимались темы важности строительства, нехватки трудового потенциала в сфере сельского хозяйства и других. Также Юрий Шулейко ответил на интересующие студентов вопросы. На сегодня ВУЗ для Брещины – это визитная карточка. Это заложено уже не одним десятком лет, потому что это вотворено в конечном итоге в сооружениях, разработках вашего ВУЗа. Это выпуска высококвалифицированных и высочайшего, так сказать, звания строителей, которые строили, строят и будут строить, я думаю, потому что студенты, наполняемость, интерес к этому вузу очень высокий. И всегда говорят, что если остановилась стройка, значит остановился мир и развитие. Алена Миневич, Александр Воронин, Юрий Лимонтович, телекомпания БУК-ТВ.